Полное описание и точная дата выхода 17 и 18 серии второго сезона сериала «Реализация». 17 и 18 серии сериала выйдут на телеканале НТВ 15 февраля. 17 серия. Нотариуса Антона Жильцова, свидетеля по делу банды черных риэлторов, братьев Голубицких, преследуют неизвестные бандиты. Он обращается за помощью к следователю Федотову. Федотов сообщает бездарю о компрометирующей того видеозаписи и предлагает написать чистосердечное признание. Опер отказывается. Жильцова убивает Филатов, но руководство не разрешает команде Красовца заниматься расследованием этого дела. Убийство оказывается инсценировкой, цель которой – защитить свидетеля, находящегося под госзащитой. Однако вскоре Жильцова убивают по-настоящему. Подозреваемым становится бывший зэк Костя Рыжов, но у него железные алиби. Вторая версия – утечка информации о местонахождении свидетеля от одного из сотрудников, задействованных в спецоперации. Галя Филатова становится случайным свидетелем убийства своего руководителя. Выдает себя бандитом, но успевает сбежать. Брага требует у Красовца крупную сумму денег в обмен на молчание о том, кто убил Лаптева, и дает 3 дня на решение вопроса. На глазах у Филатова убивают еще одного свидетеля с госзащитой – Крюкова. При этом они с Жильцовым были никак не связаны. Напомним, 17 и 18 серии сериала будут выходить на телеканале НТВ 15 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.
Thank you.